Set.
Ну что ж, доброго вечера всем. В эфире осенний турнир. И сегодня нам предстоит посмотреть игру GG Fallen Angels против RimJob. Уже идут ножевые раунды. И походу GG Fallen Angels выигрывает этот раунд. Также со мной сегодня мне будет помогать Ди. Поприветствуй, пожалуйста. Всем привет, всем добрый вечер. Да, напишите сразу же, пожалуйста, как слышно меня, как слышно Диму, также как слышно КС, не громко ли, все хорошо? Так, ну убегает у нас последний госпит. Ты зашел на сервер, да, я так понимаю? Я зашел на сервер, я тоже убегаю, потому что меня не добавили спектаторы пока. Ага, ну попроси сейчас, я думаю, и мы скоро начнем, я думаю, уже. Так. Нужно еще немножко мне поднастроиться. Headshot. Не видел ли ты случайно, что написали ребята? Остаются ли они? Какую сторону они будут брать? Headshot. Остаются, да. Остаются, да, то есть террористов Headshot. начнут. Начинает команда ангелов за террористов. И, судя по всему, уже готовы начать. Перейти к основной части игры. По-моему, вас шестеро, да, снова? Мне нужно Да, перекинуть спектатора да, вам. да, да, я попросил об этом. Ну подожди, пока убей кого-нибудь, ну, чтобы игру не начинали. Громче слышно, так сейчас попробую себя добавить тогда еще немножко. Давайте попробуем еще даже вот так сделать. Странно, да, я на самом деле вижу, что Диму громче слышно. Сейчас я себя добавлю, секунду. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, раз. Раз, два, три. Но я думаю, так лучше должно быть. Напишите, пожалуйста, еще раз. Сделал погромче себя. Небольшая задержка в игре, кто-то перезаходит, какие-то проблемы со звуком, насколько я понимаю, игрока из команды RimJob. Ну снова, да, вот это вот технические проблемы. Паузу даже поставили на сервере. Ну, как я понимаю, у нас пока что только одна из прошедших игр началась вовремя. Ну, это уже хорошо. Движемся в верном направлении, я бы сказал. Хотя, может быть, и не одна, потому что сейчас параллельно играется еще две игры. Что там происходит, мы узнаем чуть Ребятам позже. паузу надо отжать, да, чтобы продолжить. И снова я в игре. Вот, тебя перекинули. Вроде бы все окей. Так, давай тогда по составам пройдемся. RimJob у нас за контртеррористов. Это Gangsta из Канады. Fulcrum.
Нив Римджоб и Гост Кэт из Америки. И Чобин. Чобин, да, конечно же. Но Чобина я почему-то не наблюдаю. Он перезаходил, возможно, не обновился в таблице. Да, Чобин, конечно же. Ну и за Fallen Angels играет у нас стоматолог. Думаешь, Охьюман, Паши и Ишан. Так, очередной рестарт у нас уже. Ждем, когда игра продолжится. Начнется, точнее. Стало громче, но тогда... Да, задержки со стартом игр – это какая-то нехорошая традиция, которой начался турнир, и почему-то она продолжается. Продолжаются такие вещи. Так, еще раз, пожалуйста, по звуку чуть-чуть потише сделаю. Вероятно, меня просто не хотят слышать. Возможно, такое. Ну вот, да, не в дисконнект. Очень странно, конечно. Какие-то проблемы преследуют на протяжении начала турнира. Ну вот, он вроде перезашел, пишет, что готов. Надеемся, скоро игра начнется. Да, я тоже надеюсь, что команды скоро начнут. Надеюсь, что будет интересная игра. Ну, мы ожидаем ровную борьбу, нас ожидаем, да, по крайней мере. Первая карта у нас, кстати, проходит на американской локации. Так что ребятам из России будет тяжело немного в этом плане. Да, разница в пингах есть у некоторых игроков. Очень большая, если сравнивать команду Римджоп и команду из России. Он вспоминает то, как я играл на Азии, на Америке, прошлый турнир. Это прям совсем другая игра, я бы сказал. Все свои действия нужно немного заранее как бы предугадывать и стараться немножко заранее предугадывать действия соперника. Только тогда у тебя, возможно, какой-то есть шанс там за счет префайера выйти, убить. Да, да, соглашусь с тобой. Я сегодня наблюдал за игрой команды из Тайваня против команды Black Power. А на какой локации они играли? Команда из Тайваня играла на локации Китай, и там у ребят из России были очень, очень высокие пинги, задержки в игре, им было сложно. Но в то же самое время на российской локации точно так же было сложно ребятам из Тайваня. Ну вот, походу, начинается у нас игра наконец-то. В принципе, 22 минуты прошло, не самый худший расклад пока что. Так, ну по пингу, в среднем пингу у ребят из России это 120-140. При этом у Америки не сказать бы, что намного сильно лучше пинг. У американских игроков здесь около 50, 30 и 100. Решили бы быстро выйти в Fallen Angels. Фулкром делает 2 минуса. Отлично разменивает. Ситуация 3 в 3 у нас. Будут выбивать точку Римджоба. Со спины Шат очень отлично заходит с респы. Отвлекает врагов. Тем временем Хьюман делает минус Геймста. И Шат делает минус Ниф. И остается последний... Ghost Cat. Быстрый раунд получился, такой неожиданный. Который, видимо, не знает, что делать. Стоит на зиге. Ну, пистолета нет, что ли, видимо. Может быть, возможно, у него Ghost где-то потерял. Ghost Cat Switch, не до рестарт. Ух, я думаю, наверное, тебе стоит сейчас зайти за игроков и решить вопросы, потому что у Госта не переключается оружие. Видимо, ему нужно перезайти. Ему нужно перезайти, да. А как, мы игру будем заново начинать или первый раунд? У меня есть первый раунд. Все зависит от договоренностей между командами. Игру поставили на паузу. Ну, пауза не сработала, ребята так же рубятся.
Но, видимо, будет рестарт. А хосткэт по-прежнему с ножом. Так, ладно, я тогда зайду за террористов. Игрок перезаходит, насколько я вижу. Так, у ГСК, да, вроде были проблемы, но вот он взял пистолет, да, вот он переключается, я думаю, все, окей, рейдим. Римджоп готовы? Все готовы, мы готовы. Я думаю, это полный рестарт карты. Ну, за исключением живого раунда. Ну, естественно, да, то есть, как бы, то, что ребята вышли на Б, я думаю, считаться не будет. В принципе, это фейерплей, я считаю, довольно весомый. Потому что довольно неожиданно. Вы так долго ждали начала матча и дали рестарт, и сразу же ребята выбежали Б. Это сработало. Но во второй раз это не сработает, поэтому они сейчас играют медленно. Втроем на Б, по-моему, римджоп занимают верхнюю темку под пушу. Это делает минус. Но ребята с бомбой идут на... По длине уже заходит с двух сторон. Очень хорошо фулкром снова минус 2 делает, как и в прошлом раунде. Который у нас, к сожалению, из-за технических проблем не был засчитан. Двое идут римджобы с длины. 2-2 ситуация. Думаешь, открыто очень поставляется. 29 хп у него остается, с тому, что его помогает на длине. Чобина убирает. Нет патронов, думаю, с ножом. Пытается убежать, но его забирает. Госкет, стоматолог в итоге забирает. Госкет 1-0. Может быть, это был такой хитрый ход, чтобы отвлечь на себя соперника. В то время как напарник по команде его убил. РЖБ, по-моему, делают ребята из Fallen Angels. Да, выходят на Б. Госпет, Госкет забирает Паши. Делают один минус. Ой, в пленте как фулкрум засел, бомба. Убивает одного. Есть ли информация? Второго забирает, он... Начинает диффузит, Ниф уже помогает, смотрит верхнюю темку, Скимен в итоге двоих забирает. Слушай, ну то, что вот они не проверяют такие позиции, это, конечно, немного странно, может быть, нервничают ребята, но Фулкрум уже 4 фрага делает в двух раундах. Да, стоит отметить его. Стабильно, стабильно по 2 фрага пока за раунд идет. Ну и снова эко-раунд за контртеррористов. Террористы пока не спешат. Ну такое, полуэко. Ну да, я вот смотрю, у гэнгста есть МП5. Интересное решение закупить МП5. Если броня интересная... Дигл. Да, и МК есть у Фулкрама на Б, потому что 4 фрага сделан, соответственно, заработал 1200 баксов, это... Сейчас могут удивить ребята из римджоп. И шат раскидывает Б. Стоматолог убивает Чобин тем временем. И вроде бы А собираются выходить террористы. Ниф палит всю эту движуху на миде. Госкет уже делает первый минус на А. Серия разменов и 2 в 3 ситуация уже остается. Да, бомба на А, последний террорист на зигзаге. Думаешь, делать первый минус?
46 хп у него остается. И раунд берет команда Римджоп. Извиняюсь, если я буду не совсем часто говорить. У меня есть небольшие задержки в игре. Технические трудности преследуют и меня. Ну да, это у нас сервер американский здесь, поэтому немножко картинка даже может быть дерганой смотреться на стриме. По идее, следующая карта уже на русской, да, локации? Следующая карта, да, будет играться на локации Россия. Там уже поплавнее стрим будет идти. 2-1 у нас тем временем, Римджоба забирает раунд. Отлично, минус 2, господи, это спамаса на длине. У Fallen Angels, по-моему, сливной раунд. Баши подбирает калаш. Как думаешь, может быть это сейв? 2 в 4 без оружия, с изначально с одним калашом, который они подняли. Ну, наверное, да. Вряд ли пойдут. Ну, вроде мидл собирается все равно выходить. Да, пошли. Ну тут перекрестным огнем Римджоп довольно легко берут раунд. Медленную игру мы видим от команды террористов. Видимо, будет играть от информации, от разменов. Ну, думаешь, забирает на длине первого. У ямы, я так понимаю, да. И собираются длину выходить террористы. Есть информация в интернете, что Ишат хорошо походу в спину заходит, убивает двоих, проходит террористы на аплент. Последний остается Чобин на зигзаге. Мой мал привет в чате у нас пишет. Так, по звуку, я так понял, все вроде хорошо. 30 человек пока нас смотрит, довольно хорошее значение. 3-2 счет, пока Fallen Angels выигрывает. Его Римджоп, походу, эко-раунд. Нет, все-таки не эко-раунд. Есть МК, есть Дигл. Меняется оружием, ребята, на А. И с полуавтоматическим оружием НИФ у нас. Ну, да, два человека на Б с эмками. Ну, думаешь, одного убивает уже? Остается госкэд на Б. О, что бы на ВП делать минус 2, отлично. Практически переворачивает раунд, и Госкет также убивает Думэш. Гэнгстер отличный хедшот по Ишату с Дико. Остается последний Хьюман. Ставит бомбу на Б, успеет ли он поставить? Да, ситуация 1 в 3. Слышит, что на Б уже зашел кто-то. Убивает Нива, отлично. ПТ
пытается агрессивно сыграть сразу же на подходе встретить контртеррористов, но это... Смелое решение, но... Да, не оправдало оно себя. Дало. Ну, Чубин очень хорошо с АВП дал быстрых два минуса на мидле, ребята не смогли выйти. И 3-3 у нас очень равная пока что игра. Наконец-то, я думаю, то, что все так долго ждали. Вчера, по крайней мере. Сегодня мы этого сполна получаем. Это только первая карта. Счет у нас 3-3. Очень равная игра. Напомни, пожалуйста, Дима, у нас получается выбор The Dust. Это чей выбор? Первой карты. Выбор карты Dust — это выбор команды RimJob. Вторая карта, кстати, будет играться на российской локации и будет играться Train. О, ну Train интересно будет посмотреть, потому что карта специфичная, можно сказать, очень. Human делает на длине минус Чобин. Очень хорошо Гэнгста встречает и госткэт террористов, делает минус 3. Линия по 6 бомбой делает 2 минуса. 2 в 2 ситуация. Пытались ребята выйти на апленд, но очень хорошо RimJob расположились, смогли очень грамотно принять. Счет у нас становится 4. Грамотно приняли, перестроились. Да, в нужный момент именно то, что перестроились, укрепили ту площадь, которая нужно было. Чувствуется, что у ребят хорошо в плане командной игры, довольно хорошо они реагируют на движение оппонентов. Батюшка пишет нам в чате: Ди, Антивольт, привет, как дела? Я думаю, лучше всех. Дела отлично, батюшка. Наслаждаемся игрой вместе с тобой. Через мидл у нас уходят террористы на Б. Вроде бы эк-раунд, но уже троих забирают они из контров, из RimJob. RimJob, походу, вдвоем будут пытаться отбить бэплэнд. Хорошее хае в окно залетает. Довольно много дэмэджа. И шат с АВП забирает гэнгста. И последний у нас госткэт с верхней тёмки пока что забирает по шее. 1-2 ситуация. Есть время разыграть, еще 10 секунд, чипсы есть. Но это было слишком самонадеянно, мне кажется. Дальше. Игрок из RimJob. Да, игрок террориста был уже слишком близко, нужно было как можно скорее минировать бомбу и пытаться на фейке забрать игрока. 4-4 у нас в итоге счет. И шат с АВП смотрит на мину. Пока только по одному видел информацию, возможно, сейчас ребята сыграют Б из GG Fallen Angels. Ибрагим также пишет: Let's go RimJob. Ну вот видишь, у нас с разных сторон есть болельщики в чате, что очень приятно. Да, так и должно быть. И Шаткин временем на длине забирает. Из RimJob, товарищи. Уже 2 минуса делают террористы. Вы пытаются они с бомбой выйти на... Снова бы вроде неплохо RimJob встречают их, делают 2 минуса, но этого уже, к сожалению, недостаточно. Остается у нас последний фулкрум, 10 хп у него.
насколько я понимаю, геройствовать он в этом раунде не будет. Да, похоже, это сей. Четыре пять счет становится. Плотно, плотно идут команды. Интересная игра. Приятно наблюдать. Снова думаешь, что нас походу на Б забирают контртеррориста? Это был фу. Но именно Б решили укрепить. Да, их там было трое, в итоге остался один. Есть информация по этому поводу у террористов. Ну вот Б забирает последнего паши. Иша также делает ОП минус гэнгста, остается последний Чобин. Медленно играют террористы опять. Пытался, думаешь, выйти на мидл, но Чобин забирает. Одна минута раунда остается. Что-то надо делать. Госкет так забирает большой, скорее всего, это было на длине. Да, именно. Ишат пробует выйти с АВП на зигзаг, дать минус, возможно. Тридцать секунд времени уже остается раунда. Неожиданно. Да, Humans бомбу убирает на мидле и походу это раунд за римджоп. Шат последний остается, я думаю, ему нужно сейвить АВП. Что он и пытается сделать. Ну, в итоге римджоп додавили, не получается засейвить. И забирает АВП. 6-5 у нас счет пока что в пользу GG Fallen Angels. Пять человек нас тем временем смотрят. Ребята, ставьте лайки, пожалуйста, на трансляции, пишите в комментарии в чат, что вы думаете об игре, и не только об игре, обсудим любые темы, так что пожалуйста.
Чобин должен встречать длину с АВП, но пока что он отходит. Не получается у него забрать с АВП фраг. Паша уже спину выпрыгнул. И походу прорывает у нас аплент, ребята, из GG Fallen Angels. Да, сейчас будет ставиться бомба. Но Ниф уже поднимается наверх. Забрал на просвете. Мог уж забирать на длиннее шата, но немножко ему не хватило. 1-2. Фулкрум открывается. Ну тут грамотно GG Fallen Angels с перекрестным огнем стали, и в итоге 7-5 у нас счет. Гэнгста видит. Снова проходит длину. Да, Гэнгста видит всю эту движуху, но не дает информацию. Ну, хоть пока что не удается выбирать. Фраги. Паши также делает минус Гэнгста и вдвоем по зигзагу будут. Ремджо подбить эту точку пытаться. Да, 8-5 у нас счет становится, последние два раунда первой половины. Слушай, ну несмотря на пинг, GG Fallen Angels довольно хорошо идут. Хоть и из-за террористов... Грамотные командные действия, я считаю. Хоть и из-за террористов вроде прочно на Dust 2. Тем не менее, результат уже есть, 8 раундов. Ходит быстро Б у нас. Думаешь, открывает фраг утром. Госкет на транспорте на силу забирает хьюмана. Снова полузакуп у Римджоп. Гэнгста 2 минуса отлично дает. Но совсем не проверяет саму, казалось бы, банальную нычку, да, где обычно всегда сидят на Б террористы, когда бомба стоит. Чобин забирает на мидле. Калаш и сейвит его в итоге. Последний раунд, 9-5 у нас счет. В чате на ютубе у нас обсуждают голосование 17-19 сентября. Пошли разговоры про победу. А тем временем бомба стоит на Б. Два в одного ситуация. И Чобин будет пытаться что-то сделать. Очень мало хп у террористов, 8-13. Ну, в итоге 10-5 у нас счет первой половины. Это смена сторон. Ну что ж, сейчас посмотрим, как сыграет команда Rimjob за террористов.
Как в свою очередь будет действовать команда Fallen Angels? Кто-то перезаходит в игру, насколько я понимаю. Будет небольшая пауза. Судя по всему, все готовы. Смотрим вторую половину карты Dust 2. Ну, Ярослав Демченко в чате хорошо отметил, что мы сами готовы были обсудить что угодно. Конечно, конечно. За любое конструктивное и позитивное общение. Fast Bass играли. Rim Job. Да, поставили бомбу. Последний шаг. Что-нибудь сделать, но получает голову 2 хп от авиационного. Ну и 10-6. Rim Job забирает первый раунд. Во второй половине. Да, выигранный пистолетный раунд может стать хорошим подспорьем для возможного камбэка. Ну все, понеслась политота в чате. Все уже забыли про игру. Обыгреть тем временем. Контртеррористы решили запушить банку и достаточно успешно это сделали. Взяли оружие. Да, они по сути угадывают выход длины, троих забирают, и остальные двое террористов из Римджоп быстро реагируют. И Ангельс. Ой, где 8-5 пришел? 10-5, да. И забирает так раунд у нас GG Fallen Angels. Ну, по сути, угадали они очень хорошо. Длину вышли, подзорвали, забрали с фиспов пушки. И уже втроем, четвером, спокойно выбили двоих на Б. 11-6 у нас. Так, а у нас тем временем донат. Сейчас я зачитаю его. И скажу, от кого он. Одну секунду. Выход на А хотят сделать. Римджоп. Идут по зиге. Бомба. Хороший крючок им дают. Легла. Проходит. Да, здесь на информация уже есть тоже. Один. Римджоп забирает раунд. Мой молчаваль отправил нам 10 евро. Пишет: Thanks for the stream. Go Римджоп, go Fallen Angels. Мой мал, спасибо тебе большое за поддержку. Также хотелось бы отметить большое спасибо тебе за то, что помогаешь стримить нам на этом турнире. К сожалению, ну, в принципе, это и предполагалось, что большинство игр будут играться на выходных, и, естественно, время будет пересекаться между разными играми, и поэтому
Сегодня мне вот рак писал, он был готов, если что, помочь тоже постримить. Мой мал вчера у нас стримил игру Envy против UZ, поэтому спасибо большое, здесь только респект. Хорошо встречает выход длины. Команда контртеррористов. Хотел зарезать, думаешь? Как бы это ни было ошибкой, Фулкром уже минус 3 сделал. It's home of percent dollar in Asrimias. Еще у нас один донат, это Soundwave, $10, спасибо большое. Eat some facing as remiss. Я думаю, это так произносится, честно говоря, не уверен. Немного странное сообщение. Fulcrum тем временем делает минус 4, уже ставит бомбу. Как думаешь, успеет может... поставить? Нет, к сожалению, не успел, это было очень близко. Блин, как же жалко. Делает честно. Минус 5. Мог бы сделать минус 5, но... Точнее, он сделал минус 5, но это, к сожалению, выигранный раунд не принесло. 12-7 у нас счет. Да, не хватило буквально даже не секунды, а доли секунды, чтобы поставить бомбу. Уже на план Б ставят бомбу. Да, серия разменов у нас, и в итоге выигрышная ситуация. Римджоп решат последний остается за контртеррористов, забрал АК. И будет пытаться его сохранить. Двенадцать восемь счет у нас. Становится Ринджоп, потихонечку сокращает отставание в раундах. 12-8, это эко-раунд у Fallen Angels. Решает Б укрепить, походу, они. И... Вкладывают с точкой, но пока... Снова угадывает с точкой, но серия разменов один в один буквально. И у нас один в три ситуация. Ишата снова делает минус Чобин. Заходит уже Бен. Но Фулкрум контролирует этот момент. Да, очень хорошую игру показывает этот игрок. Фулкрум. Фулкрум. Если честно, не знаю, как правильно произносится его никнейм. Ди, вот батюшка спрашивает, в чем сила, как по-твоему? Вот скажи мне. Цитата из известного фильма. Именно, да. Ты прав. Ну, так как ты не американец, я поэтому не сказал про тебя, что ты... Да, но, возможно, стоит задать вопрос. Ну, ты понял, да, здесь, естественно, про что это и откуда это... Кому-нибудь из команды Римджоп. Чобин хорошо отыгрывает на в спине, так сказать, контролируя по ходу, потому что уже да, на А бомба ставится. Ну и в итоге он его забирает, да.
Хорошая игра Чобина. Очень мне нравится этот игрок. Тем временем у нас счет. Еще один донат. For the good game. Thanks for the stream, guys. Девочка и мой маль, 250 рублей. For the good game, thanks for the stream, guys. Спасибо большое, я очень ценю поддержку вашу. Да, игра сегодня интересная, поэтому... Есть что постримить, есть что показать. Экраунд у Fallen Angels. Дино выходит у нас стрим-джобы. Вроде бы укрепляли ауны DG Fallen Angels, но пока это не приносит плодов. Все-таки с пистолетами тяжело довольно убить. Да, и достаточно быстро вышли на длину. Вот если бы они не на зигзаг пошли, а на длину втроем, четвером, у них бы было бы больше шансов. В этом раунде, к сожалению, не угадали. Но было близко. 11-12 у нас счет. Пока что еще в пользу GG Fallen Angels. Ребята из DreamJob делают отставание еще меньше. Батюшка продолжает. Сила в Думаешь, в Ухумане, в Лилитах и Пашут и так далее. В Дигле. В Лилитах. Да. Ну, Рак, он как профессионал, он знает, что сила в Дигле. По-моему, одно из немногих оружий, которое на любом расстоянии с первого выстрела в голову убивает. Так, ну это немножко вне игры. Тем временем Ripjob у нас пытались выйти на мидл. Очень хорошо их ребята встретили из Fallen Angels. Да, думаешь, прострелом забирает Ghost Cat последнего. Ну, такое решение, выйти на мидл быстро. 13-11. Софья пишет, батюшка в комментаторах создает контент. Ребята, я всегда за... Пожалуйста, если у вас есть желание, если у вас есть время, пишите, организуем. Я рад любым гостям на стриме, на трансляциях особенно. Раскрою небольшой инсайт. Мы с батюшкой говорили об этом, что, возможно, он может зайти на стрим. Тем более, никаких сложных технических решений от него не нужно. Просто зайти в Discord-канал и на сервер наслаждаться игрой. Все остальное я уже сделаю сам. Тем временем в игре. Да, вроде пушит у нас Fallen Angels middle. Кубком хорошо вроде встречает, да, делает минус 2 у нас. А бомба проходит опять по длине. Хьюман последний остается. В пользу пока что GG Fallen Angels. Очень плотно. Очень интересно за этим посмотреть. Ремджобы сделали хорошую серию раундов, забрали несколько раундов подряд. Но снова у нас игра как в начале была, да. То одни берут раунд, то другие, то одни, то другие. Буквально через раз, даже несмотря на то, что у кого-то эти раунды могут быть. Очень плотная борьба. Да, в этой игре отмечу, эти раунды у обеих команд очень неплохо получаются. Ну вот очередной раунд, да, GG Fallen Angels не угадали, к сожалению, эко-раунд. Пытались укрепить Б, но ремджобы поставили бомбу на А. Хорошо, Хуман заходит в спину, с юспа почти делает минус 2. Очень хорошо накоцал ЛП, у него 45 хп остается у Чобина. Думаешь, забирает Чобина. Двое на гусе встречает. Ну тут все уже 4 секунды, это раунд за ремджоп. Получается у нас равный счет 13-13. Интересно, интересно. С учетом того, что мы считаем раунды. На Г7
гостевых картах в первую очередь получается, согласно правилу. Да, и про Ким тем временем пишет в чате. God damn rim job is beautiful. Ну, как бы да, на самом деле на Dust 2 одна из самых популярных карт на Counter-Strike 1.6. Здесь все команды более-менее, я думаю, понимают, как играть, реагировать на определенные игровые ситуации. А вот Трейн уже будет интересно посмотреть. Я думаю, здесь мало кто, в принципе, Трейн тренировал. И здесь, ну, если думаю... в качестве своей карты команда FalleAngels выбрала Трейн, наверное, они подготовились к этому. Так вот в этом и вопрос, ремджоб это в итоге Трейн тренировали, и как они себя будут ощущать на остальных картах? Конечно, конечно, конечно. Fallen Angels у нас тем временем забирает раунд, никуда не удалось выйти ремджобом толково, с бомбой. Так показалось, что по одному забрали их в разных позициях, ребята из Fallen Angels. 14-13 пока счет. Ой, какая флешка на зигзаге своей залетает. Но вроде проходит потихонечку бомба на Аглен. Но информация есть. Тут он хорошо открывает стоматолога. Паши готов встречать. Вдвоем, на... втроем уже на пленте Fallen Angels. Быстро они реагируют на... игровую ситуацию в раунде. Ну, вот один человек, который был на Б, его в итоге забирают. И МДЖОБ понимает, что надо бы выходить на Б, там совершенно пусто. Она вот подтягивается к Б. Да, Паша тем временем тоже не медлит, поджимает с пленто А. 1-3 у нас ситуация, Гост Кэт остается последний с бомбой. Успевает бомбу поставить, но Паша в итоге его в окно забирает. И это 15-й раунд для Fallen Angels. Это решение перейти на Б читалось. Мне кажется, что немножко помедлили ребята из ремджоп. Я в целом согласен, если бы они сразу после того, как убили на мидле контра, они если бы сразу среагировали и побежали вниз, нижнюю темку, это было бы больше шансов. Руру, привет тебе в чате. Длину уходит в пятером ремджоп, решат разменивают один в один. Но уже в спину заходит игрок, а его забирают. Ну, там снова один в один размен. 3-3, 3-3 пока у нас ситуация. Чобин пытается забрать гуся с АВП. Вот неловко ловит Паши на ноже фулкрум, делает минус на миде. И вдвоем остается контр-террорист. Здесь, в принципе, ремджоп должны грамотно разыгрывать, если у них еще время сгруппироваться. Чобин в итоге забирает стоматолога на А, остается последний на сети. Хьюман его тоже забирает. 15-14. Ну что у нас, последний раунд? Последний раунд, действительно. Чобин снова с АВП очень хорошо отыгрывает. Мне прям очень нравится этот игрок. Пока что он себя очень хорошо показывает. Ну и фулкрум тоже делает. Фулкрум. Я отметил фулкрум. Мало того, что Чобина. Он делает много фрагов, он еще делает очень важные фраги. Одного-двоих встречает, да, на поинте. Тоже очень хороший игрок.
Давид также у нас в чате, привет. Мы проиграли эксек 0-2. Пишет Рурой. Проиграли две карты, насколько я понимаю. Да, 0-2. Ну, надо смотреть группу, я думаю, есть еще шансы. Здесь 0-2, кстати, мало о чем говорит. Здесь важно, сколько вы раундов могли забрать в итоге. Так, опять выходит на длину. Ремзор. Да, Чубин снова с АВП отрабатывает, но Хьюмин уже готов в спину заходить. Проверить. Да, мы это видели уже сегодня, но и ремжабы тоже это видели. Хьюмин вообще не попадает, к сожалению, и у нас 15-15 заканчивается карта. Ух, ну как, тебе очень круто, да, по-моему. Да, очень напряженная игра, очень зрелищная. Я думаю, что все со мной согласятся, кто смотрит эту трансляцию сейчас. Слушай, ну относительно пинка, получается, пока что эту карту можно занести в актив Fallen Angels. С учетом того, что они играли не на своей домашней локации, конечно. Да. И вполне может быть, что у них есть все шансы взять по этой игре 3 балла. 3 очка, если они выиграют выбранную ими же карту Train. Так, ну что ж, у нас пока что тогда смена локации, небольшой перерыв музыкальный, и мы совсем скоро вернемся. Не расходитесь. Thank you.
Что ж, продолжается у нас игра. Да, вроде был бы должен быть ножевой раунд, но я видел, как с пистолета стрелял. Кто-то по своему сопернику, поэтому заново. Снова ножевой раунд. Дима, ты тут? Да, да, я здесь. Ну все, отлично. Так. Давай продолжим тогда. Как раз хотел отметить интересный выбор. Выбор карты команды Fallen Angels. Ну, может, это такая, знаешь, короночка? Так сказать. Может быть, они тренировали усиленно эту карту. Посмотрим, что они здесь покажут. Ну, забирают на живой раунд. Они забирают на живой раунд. Так, и за контров они будут тогда сейчас. Я... Вот теперь все хорошо. Счет у нас работает, отлично. Так, напишите, пожалуйста, еще раз насчет звука, все ли хорошо слышно. Так, Дигвамин, да, у нас ремджобы, по-моему, закупаются, довольно интересный выбор. Я смотрю, что кто-то закупился, кто-то нет. Госкэт в примычке делает минус. Готовы выходить за криптопоинта, вроде бы ремжоп. Да, лиф в спину убивает госкэт. 3-4 ситуация. Ставится бомба у нас на А. Ну, не ставится. Думаешь, в итоге быстро реагирует, забирает бомбу. Ниф отвечает хедшотом с угла. Твич отвечает хедшотом с угла. Уже подтянулись. 1-2 остается. Первый раунд за GG Fallen Angels. Звуком все окей, пишут. Спасибо, ребята. Произошло в игре. Да, мне он зачем-то кикнул соперника. Хм, интересно. Надо поставить на паузу, мне кажется, чтобы игрок мог зайти. А, зайди тогда, наверное, попроси об этом. Но они так не увидят то, что ты сейчас написал. О, поставить. А, они без моих подсказок поняли. Слушай, но все равно, тем не менее, даже вот смотри, стоит пауза, игрок зайдет, он зайдет мертвым. В оригинальной КС-ке, насколько я помню, даже если ты там заходил на 10-15... А, вот зашел живой, слушай. На 10-15 секунде, если ты заходишь, ты все равно с живой заходишь. И даже иногда у тебя нет времени закупиться. Возможно, идет фристайм. Сейчас, если нет, заходит. Если пауза стоит во время фристайма. К сожалению, то... пауза некорректно работала во фризи тайм, во время фризи тайма, и поэтому сейчас ее можно поставить только когда идет основное время раунда.
Ну, вроде все окей, 5 на 5 у нас Все продолжается окей, игра, 5-5, да, да. 2-0 GG Fallen Angels выигрывает. Здесь двоякая ситуация, конечно, админская консоль довольно близко к единице находится. А это, как известно, переключение на основное оружие. Да, и очень многие ошибаются. Двойная ситуация, почему? Потому что, соответственно, в связи с последним рестарт, что? А, они решили заново начать игру, по-моему, насколько я понимаю. Ну, судя по всему, да. Ну, слушай, на самом деле, был полузакуп, по-моему, у римджобов, и вполне они могли вытащить раунд. Так что, здесь... Команды рассудили, что так будет честно. Думаю, да. Слушай, я поддерживаю это решение, респект, это своего рода фэрплей такой интересный довольно, который у нас редко встречается. Не то чтобы даже в рамках этого турнира, а вообще, в принципе, в мире. Ну, интересно, если бы первая половина карты уже была бы доиграна почти до конца и произошла бы такая ситуация, что бы сделали ребята? Да, собственно, я хочу закончить о чем, потому что, ну, про эту ситуацию. Интересно, у нас здесь пляски у лестницы, да, думаешь. Сначала наверху был, потом вниз забрался. 2-4 ситуация. GG Fallen Angels все-таки забирает пистолет, но уже второй раунд на сегодня. 1-0. Так вот, я все-таки закончу свою мысль. В связи с последним обновлением ввели лимит на количество раундов, играемых 20 раундов. И, соответственно, для того, чтобы избежать этого ограничения, нужно либо купить премиум, либо прописать администратором, точнее, хелпером на сервере определенного игрока. И тогда у него будет бесчисленное число раундов. Он сможет играть без ограничений. Не все у нас имеют опыт администраторства серверов, и поэтому они вот так вот могут случайно нажать на консоль и кликнуть какого-то игрока. Да, да, я сталкивался с этим. Да, по-моему, даже вчера у нас такая же... Передадим привет снайперу. Да-да-да, вчера у нас такая ситуация была, насколько я помню. Снайпер, если смотришь нас, напиши в чат что-нибудь, пожалуйста. Привет тебе. Рак пишет, что пинг большой. Нет, у нас пинг лимит стоит 1000, поэтому, по идее, из-за пинга не должно кикать ребят. Ну смотри, вот решили заново, да, начать игру Fallen Angels, и в ВК-раунде, казалось бы, уже ситуация 2 в 1. Гэнгста потихонечку пробирается на закрытый. Лил вроде смотрит нижний выход, но... Гэнгста потихонечку поднимается поверху. Палится он, что спрыгивает. Лил реагирует на это и... забирает его, да. 2-0 счет. Exclamation mark. Так, еще счет у нас... Счет не изменился один. После рестарта. Да, счет да, 2-0. Это... Так, еще один у нас донейшн. Сейчас я его зачитаю. Собственно, Паши пишет из Fallen Angels. 290 рублей. Привет всем участникам турнира, всем успехов. Паши, спасибо большое за донат. И в прошлый турнир меня активно поддерживал. Все эти средства пойдут на улучшение качества стрима. Вот, соответственно, ближайший отчет уже ждите завтра, либо послезавтра. В Дискорде можно будет все уже увидеть. На что ваша помощь и огромная поддержка идет. Так что спасибо еще раз большое вам. Почти поставили бомбу ребята из RimJob, но их встретили очень хорошо. А 3-0 на счет становится. Но стоит сказать, что карта трейн за атаку довольно тяжелая.
И на профессиональном уровне, ну вот на супер топ уровне, даже 4 взятых раунда за атаку уже считается очень хорошим результатом. Здесь очень тяжело, в принципе, выходить на пуэнты. Здесь либо очень открыто, либо очень закрыто. Здесь как-то такое вот непонятное немного. Распределение в точках. И поэтому, опять же, 4-5 раундов для террористов. Это довольно хороший результат, там можно считать. Ну, давайте посмотрим. Пока на зелени у нас встречает GG Fallen Angels, ребят. Госкет делает минус хьюман, 3-2 ситуация. Палет, думаешь, Госкет на собаке? Остается последний гэнгста. Он сидит в перемычке, делает минус. Бомба потеряна, насколько я понимаю. Мне кажется, я неправильно читаю ник. Лилиф, правильно же, или как? Или Лайлов, не знаю. Мне кажется, Лилит. Лилит, да. Хорошо, давай тогда так договоримся. Десять секунд гэнгста остается, можно решать. Прострелит он за ящиком. Мог просто зарезать, это было бы супер красиво. Да, это было бы красиво. И, по-моему, даже если бы он зарезал спину, а я напомню нашим зрителям, что если ты режешь модельку со спины правой кнопкой мыши, то ты это можешь сделать с одного удара, полностью убить противника. Так вот, если бы он зарезал, у него, по-моему, еще оставалось время даже бомбу поставить. И это уже 1-1 ситуация была бы. Ну а так у нас 4-0. Счет Fallen Angels пока ведут. Закрыто у нас выходит Гринджоп. Встречает их Fallen Angels. Лид делает минус 2. Минус 3. Хорошая игра. Остается последний госкет с бомбой, но его уже со всех сторон поджимают. Здесь тяжело будет разыграть. Палят его, еще есть информация по нему. Хороший хэдшот ставит, думаешь, но и шат на размене забирает его. 5-0. В чате Паша нам пишет, что правильно да, произносить Лилит. Именно так, как я сказал, да, Лилит. Лилит в итоге. Насколько я помню, это что-то... Это какое-то мифологическое имя. Что-то из греческого, небось? Из еврейского, если не ошибаюсь. А, из еврейского даже? Так, ну 2 в 3 у нас ситуация, 2 в 3. Лилит встречает Делин, делает минус 1. Подрывает зеленочку, но тут фулкром встречает ее. 8 хп тем временем с гранаты забирает, 2 в 1 ситуация, 40 секунд, на зигзаге у нас АВП. И с глока Чернобыль убирает Джич, да, 1-5. Интересно. Есть ли закуп сейчас у Fallen Angels? Ну да, тут идут группы фамасов. Такой, с натяжкой можно назвать это закупом. Все-таки решили рискнуть ребята и попробовать не отпускать игру. Как ряд на эту половину и забрать раунд. Ну давайте посмотрим.
пока что хорошо получается разменивать. Террористы решили выйти в закрытый плент. 4-2 в ситуации. Ниф, походу, недоволен чем-то. Твич у нас почему-то отсоединяется. Неужто это то самое злополучное? Вчерашняя, так сказать. Не, вроде обратно. То, что преследует нас с самого начала турнира. Да, ну как какая-то зараза прям. Как ковид прицепилась. Ну, вроде и вчетвером справляются ребята. 2 ВП, да, по-моему, играет? Или мне кажется? Одно возможно, точно. Мне кажется, но точно я могу сказать, думаешь, уже минус 3 делается ВП. Очень хорошая игра. И остается у нас последний фулкрум. Так, у нас очередной донат. Сейчас я его дочитаю. Вик отправила 3 евро. Без сообщения. Что ж, спасибо тебе большое за поддержку. Я очень ценю это. Спасибо, Вика. От души для души, как говорится. Душевно в душу. Душевно в душу, задушевно. И думаешь, делать минус 4, да? По-моему, да. Очень хорошая игра с ВП. 7-1 счет становится. Слушай, ну вот для сравнения стоит отметить, что... пинг дома у американцев хуже. То есть у них там было 30, 50, 80, 100, да? Здесь у русских ребят, у четверых 5, 15 пинг, и только у твича 100. А какой пинг у американцев вообще говорить не стоит. От 150 до 300 это... Ну, да, конечно, 415 мне показывает сейчас. Ну, это, конечно, человека. Очень тяжело. Играть в таких условиях, но когда турнир интернациональный, даже можно сказать межконтинентальный. Здесь всегда с пингом будут вопросы и некие решения, компромиссы. Да, учитывая особенности площадки, на которой все это делается. Сайт такая с онлайн, где мы все играем. Разница пингов будет всегда. В играх между командами из разных стран, тем более из разных, с разных континентов. Ну, Тримжоп попытались выйти в открытый плент с трех сторон. Зеленка у нас гост-клет с бомбой. Перемычка у нас ребята из Fallen Angels накрыли его. И, соответственно, остается гост-клет с бомбой. Я заметил, 1-4. Что он часто остается последним. Ну, я думаю, можно было бы поставить, как минимум. Деньги уже будут. Забирает Твича, стоит сменить позицию, потому что информация точно по нему была. Пошел диффуз. Да, элит забирает. Лилит забирает гускета в итоге. Уст...
успевает задефузить. Успевает. Да, без чипсов были ребята, но все-таки время хватило. На тоненького, я бы сказал, очень на тоненького сыграно. Когда остается один черик, показывайте его, пожалуйста, пишет Софья. Да, я вижу Софью, вот сейчас попытался показать одного госпита. Рах также пишет, родоначальник интернета называется. Я, честно говоря, не совсем понимаю, о чем. Я думаю, что про... про американцев. А. Скорее всего, эта фраза. И про наш разговор о пингах. Да, скорее всего, согласен, да. Снова у нас последний остается. Фулкрум. Вырывается, забирает только одного, но этого мало. 9-1. Традиционные гонки, пишет Паша. Да, извиняюсь за шум, который был. Два в три ситуация, да, у нас сейчас. Нет. Гэнгстер последний остается. Бомба пока что непонятно где. Да, ну видно, тяжело стрелять, конечно, с пинком 300. Да даже 150. Сегодня на китайском сервере я наблюдал ситуацию, когда у одного из игроков был пинг 650. Я думаю, что это, ну, это абсолютно нереальные условия. От, для откуда был этот игрок? Из России. А. В то же самое время у ребят с Тайваня пинги были на российской локации 300-400, что тоже... Кстати, как у сингапурцев, азиатов, вот остальных, как у них в Китае? Хорошая эта локация в итоге или нет? Сложно судить мне, но если они выбрали, команда из Тайваня выбрала Китай в качестве локации, значит, им играть там комфортно. Батюшка пишет 9-1, здесь все понятно, нас ждет овертайм. Ну, во-первых, овертаймов у нас в групповой стадии нет. Верно же я говорю? Да, овертаймов нет. Собственно, первая карта 15-15 закончилась. А насчет 9-1 все понятно. Трейн, в принципе, очень тяжелая карта за атаку. И вполне вероятно, римджобы могут дать какой-то камбэк, ну, когда они будут за контроль. Ишат хорошо забирает двоих. Из-под вышки это он делает, забирает двоих на перемычке. Да, не жалуется на пинг, то, о чем мы говорили, но... Соблюсти равные условия довольно тяжело в этом плане. Собираются у нас террористы выходить из закрытый бой. Хьюман отлично встречает, делает уже два минуса перемышки.
Ну и захлебывается потихонечку атаку, хотя они вливают минус твича, думаешь, почему-то решил убить лид, чё бин разбивается, чё происходит, я вообще, честно говоря, не понимаю. Ну вся веселуха, походу, на лестнице у нас перемычки. 23, тем не менее, террористы в меньшинстве. Да, но у одного из них очень мало хп. Да, и шат двоих в итоге забирает, и это счет 13-1. Павел пишет, без допов, конечно, скучновато. Ну, Павел, поверь, в плей-оффе будет вообще не скучно ни разу. Причем, может быть, попасться так, что... у нас 4 матча в четвертьфинале, соответственно, в первом раунде. И какой-то один из этих матчей уже будет вполне достоин финала. Такое тоже бывает. И в дополнение хочу сказать, что овертаймы будут как раз-таки плей-офф. При счете 1-1 по сыгранным картам, поэтому... Плей-офф должен быть горячим. Римджобы попытались выйти на зелень, но это у них не получилось. 14-1 в итоге у нас. Первая половина заканчивается. Батюшка тем временем пишет, а нет овертаймов? А, не знал. Ну, я думал, у меня задержка длиной в овертайм. И его пропустил на Dusty 2. Нет, на Dusty 2 15-15 закончилась игра, и, соответственно... Да, не надо думать, что овертаймы вам не показали. Снова дигвами закупаются римджобы, но террористы не торопятся отходить. Только сейчас они вот чуть-чуть подождав выходят зелень. Два минуса они уже делают. Довольно просто удается им занять поинт. И шат в прыжке, по-моему, выпрыгивает вообще и дает в голову. Да, да, это было как-то... Со стороны это было красиво. Да, но в итоге без шансов получается. Хочу сказать, что отметить, что Римджоп, играя за террористов, абсолютно, как мне показалось, не применяли раскидки, флешки, дым. Что на этой карте очень важно. Ну, возможно, посмотрев записи, они уже какие-то выводы сделают. И... В этом и тоже есть определенный интерес, что команды в течение турнира бывают либо лучше становятся, либо наоборот хуже, и не всегда понятно, кто кого по сути должен выигрывать. Потому что по игре совсем разное может получиться всегда. Ну а здесь, в принципе, по игре, походу, Fallen Angel забирает в итоге карту Train у нас довольно легко со счетом 16-1. Так, да, ну... да. И, видимо, они действительно готовились к этой карте. На сегодня у нас получается все. Как тебе впечатление от игры? Расскажи, пожалуйста. Игра мне очень понравилась. Карта Dust очень зрелищная получилась. Такие своеобразные качели в одну сторону, в другую. И в итоге закончилось со счетом 15-15. По карте Train, ну... Тут видна подготовка одной команды. Очень сильно, наверное, готовились. Активно тренировались на ней.
Ну и разница в пинге все-таки между одной и другой командой на российской локации тоже сыграла свою роль. А в целом матч очень интересный. Можно поздравить команду Fallen Angels с 3 заработанными очками. У них разве 3? Они же сыграли 15-15, по-моему, 2,5 и 0,5, нет? Да, возможно, я немножко ошибся в этом. Но, тем не менее, поздравляю с победой. По очкам все можно будет увидеть в турнирной таблице. Да, вот та сетка, которая в онлайне у нас, в ссылке, там только учитываются, ну, результаты можно посмотреть, кто кого как с кем сыграл. А по итогу групповой стадии мы вручную все очки раунда пересчитаем. И там уже объявим, соответственно, кто вышел в плей-офф дальше. Напомни, пожалуйста, какой счет на второй карте? 16-1. 16-1. Занес результаты по картам в сетку. Ее уже можно посмотреть онлайн. Но еще раз отмечу, что в этой сетке только результаты игры по картам. Распределение очков за игры, согласно тому, как это установлено в правилах, будет отображаться в турнирной таблице, которая будет доступна в ближайшее время. Ну что, я думаю, на сегодня, в принципе, все. Можно прощаться. Я думаю, да. Мы посмотрели хорошую зрелищную игру. Я думаю, что и зрителям понравилось. И участники команд тоже получили эмоции. Это было здорово. Да, хорошая игра у нас получилась. Что ж, следите за сообщениями в Дискорде. На следующей неделе, я думаю, нас тоже будет довольно много игр ожидать. Поэтому следите за анонсами. Стримы будут продолжаться на канале Нанах. Также, возможно, нам будут помогать мой Мал и Рак. Все ссылки, как обычно, в Дискорде. Подписывайтесь, ставьте лайки. Ну что ж, удачи вам. Да, всем спасибо, кто был сегодня с нами, кто комментировал. Всем пока. Пока-пока.